Всем привет! У нас начался отпуск. Ну, конечно, хотелось бы немножко по-другому. Потому что муж ногу поломал. И особо много куда не покатаешься. Ну, сегодня мы пришли к доктору и решили зеркало погулять. Так прикольно, никого еще нет здесь практически. Один-два человека. Так, по всему парку сейчас. Для тех, кто не местный и не знает, где у нас такой фонтан Яблоко. Это парк Дружбы. Город Георгиевск. Смотрите, вон там какая радуга прикольная. Сынок, смотри, радуга. Тут обычно еще дети бегают вдоль. Тут еще круг не включили. Да, вот тут еще по кругу идет. Прикольно. Релакс. Журчит вода. Погода супер. Голуби купаются. Тут у нас KFC. Людей травят. Мы просто не воспринимаем такую еду за нормальную. Много, где деткам можно тут покататься. Голуби купаются. Там сейчас была бойня, мы не успели заснять. То есть камеру включить, они перестают драться. На камеру не дерутся. Такая драка красивая была. Классно, как раз народа нет. Тишина и спокойствие. Она сама идет. Дочь, давай. Дочь, кинь, может, она боится подойти. Кинь просто ей. Позови и кинь. А, она сейчас без котлеты останется. Да быстрей. Да ё-моё. Она убегает. Саша, сейчас собаку напугаешь. Всё, не хочет она котлету. А, и бабушки кормят тут тоже. Ну. Что, не ест? И раз, два, три, пошел. Ё-моё. Пришел. Ну, хоть не сильно. Быстрее вставай! А у тебя там... Ну, сейчас похромает немножко. Брат, ну давай. Он не хочет уже, ты чего? Подверну. Ну что, я иду в аптеку за лейкопластырем. Саша собрал ногу в итоге, когда падал. Я вам сейчас такую классную штуку еще покажу. Увидела здесь. Прикольно, как в советские времена. Аппарат для воды. Смотрите, как он классно выглядит. Один, два, пять, десять. Муж предложил поехать на городское озеро. Говорит, давай вы с дочерью побегаете, а мы с сыном позанимаемся. И может быть на обратной дороге дети еще искупаются в озере. Мы в шоке. Ай, можно вот так бокнуть. Что сегодня? 30 июля. Посмотрите на озеро. А, 31, по-моему, сегодня.
Вот какое у нас озеро. Ну мы как всегда вовремя. Да. Че, разгоняйся, ныряйте. Вот наш папа. Мы поломали ногу. Ну, образно говоря, он сам ее поломал, со скейта упал. А сын тоже зашит. Храмуля наш. Ну, на фонтане тогда он упал. Пойдем, короче, просто гулять и жариться на солнце. На ногу не прыгни, не забудь. Ну, спуститься высота большая. Я думаю, не сможет. Да, да. Так, я до какого турника дотянусь-то? А он между досточек есть. Нет, вровень с головой. Торпеды упали. Вот. Нога больная, надо хотя бы плечи качать. Да, конечно, жесть. 31 число среднего месяца, лето. Тут нет воды. Я понимаю, возможно, его решили почистить, но что-то долго происходит чистка. Людям как раз бы сейчас купаться. Я все-таки кружочек пробежала. И вот в той стороне, там люди на лавочке сидели в купальниках, там сидели женщины в купальничках. Вон, мужчина там ходит. Рыба летающая. Да ладно! Смотри. Стрекоза, дочь. Стрекоза, да, это рыба. Конечно! У нас же они летают. О, вот это стрекоза! И крылья такие прозрачные. Еще она... Ну, обычно, да, зелененькая, тут она красненькая. Есть еще и синий. Привет! Мы сменили транспорт и едем отдыхать на озеро. Так, нас загрузились мы. Кирка хлеба надо. Все, следующее озеро. Все, приехали на озеро, расположились. Леша жарит шашлык. Он с костылями не сможет купаться. А мы пошли на озерцо купаться. Ну, разворачивайся. Такая здесь территория, вон там где. Где-где-где, а нас не видно отсюда. Вторая рука занята показать вам. Такая территория озера. Змейский пруд называется. Беседочки разные. Потом еще посмотрим, куда эти ступеньки. Ну, как качелька. А, тоже столик с лавочкой. Вот беседка, там беседка, можно катамаран отдельно снять. Там еще этот батут детский тоже отдельно платить. В общем, полезли мы купаться. Мы уже искупались, а пока мы купались, наш папа жарил шашлычок. Вот так он устроился здесь под зонтиком. Ты мне помидорки дай. Сейчас. Все. Ну они вповетованы. Какие этованы? Ну, подавленные. Ого, пропустил. Потрясуй. Вот такая красота получилась у моего мужа. Пока мы купались, плавали, он жарил шашлычок. Вот вам видеообзор домика, в котором мы ночевали. Мы, конечно, вчетвером ау-ау-ау ударилась, уместились. Ну, вообще он очень маленький. Здесь есть диванчик, и все, окна не открываются. Мы спали с открытой дверью. Диван раскладывается, и здесь постелили еще спальники, карематы. Пока света нет, но в проекте уже есть, он как доведут только сюда. Кабеля сразу будет, так озерцо. И дальше видеообзор вам снимем бани. Видеообзор баньки.
Что-то тут уже жарко. Душевая. Пахнет очень приятно деревцем. Мини-кухонька. Посуда. Прикольная зона раздевалки. Даже телевизор. Посидеть где есть. Полы. Ну, как-то очень-очень тепло. Либо работала, либо нагрелась. О, не, она работала. Здесь очень тепло. Запах классный. Мы оставим номер телефона. И по цене уточняйте сами. Не знаю, что сколько стоит. И вот такой вот пирс. Ну и так, там домик. А тут беседка, там лесочки, беседка. Периодически вот так вот тут беседки. Вот эти идут со светом. Там света еще нет. Но планируется провести. Смотрите, какая елочка. Мы, короче, пошли гулять по территории. Видеообзор всей территории. Все, для красоты сделано. Какой-то уличный душ. Короче, здесь все еще в проекте. Много каких задумок у них есть. Ну, нам, в общем, понравилось. Собор он делает красоту. Прикинь, спиноплекса делает. А он же говорил при мне. Все так красит, смотрите. Это он сам все делает. Классно, да? А там ласточкино гнездо. Там, вон там. Доча качается на качельке. Кто-то ее уже прогнул. Вот тут 100 рублей 5. 10 минут. Вот первая беседка. Беседки тоже платные. До 10 часов здесь все сидят. Потом разъезжаются. И если вдруг вы остаетесь на ночевку, чтобы после 10 не буянили, не фонариком не светили. Ну, с одной стороны, это очень даже удобно. Если ты приехал с семьей отдохнуть по-тихому. Беседка еще с холодильником здесь со светом идет. Ну, а дальше уже беседки пошли без света. Там столик есть, там столик есть, беседка. И сейчас мы пойдем туда вглубь, в беседку. Короче, идете, идете. Ну, я показывала, куда идти. И вот тут такая беседка скрывается. О, день второй, девушка там сидит. Хорошо, как раз тебя не видно здесь. Вот такая. Здрасте. Там ручей не пересох? Пересох. Пойдем посмотрим, что там нет. Сейчас. Домик архитектора. И вон там озерцо. Мы пришли оттуда, там беседку вам показывали. Тут нам сказали, что еще сюда. Приходишь, тут шестая беседка. Говорят, здесь еще круче. Сейчас посмотрим. Там палатки еще стоят. Вон там. В беседке. Ну, пойдем посмотрим, что там. Ну, да? Палатки я вижу. Может, беседка дальше? Не, вон она, крышу видно. А, вот тут. Ступеньки. Ну, пойдем посмотрим, что. Ой, Зай, аккуратно. Я сейчас. Санечка. Проходи. Сына, страхуй. Ага, сына сама плывет. Не, он уже нормально плавает. Ну, мы постараемся людей не снимать, чтобы не стеснять их. Здравствуйте.
Вот примерно как мы и думали. Ну да, здесь более обзор видно. Ну все, мы отдохнули на озерце, и сейчас будем ехать искать купель святого архангела Михаила.